Проверка качества работы. Ну, нормально. Че ты нос вот открыл? Это поддон для птичек, да, из брудера. Или для животных. Просто покрасили его заново. Да. Что ж ты везде прикладываешься, Сонька? Везде мы спать прикладываемся. Вот. Зима, говорит, как на нас действует. Кто за хозяйством будет следить? Или спать, или кусать. Не могу выбрать. Давай лучше спи. Вообще лучше пойдем покушаем. Пойдем кушать.